немножко пугает, что приходится мерить уже все десятилетиями. Поэтому, чтобы не думать о том, что прошло целых 10 лет, я решил сосредоточиться на благодарностях. Спасибо, во-первых, Мише Фаусту за то, что он все это придумал. Спасибо «Открой роту» за прекрасные годы, когда я выходил на сцену в качестве участника, в качестве ведущего. Несколько раз был членом жюри, не помню сколько. Спасибо за то, что есть много знакомых теперь в разных городах, объединенные идеей чтения вслух и азартом участия в чемпионате по чтению вслух. Самое главное, что хочется сказать и за что поблагодарить «Открой рот», у меня не так много в жизни безоговорочных достижений, поэтому отдельная радость доставляет то, что я могу говорить о себе. Я самый первый в истории чемпион по чтению вслух, потому что я выиграл тот самый первый «Открой рот», который проходил в Новосибирске в 2011 году. Спасибо большое «Открой роту» за то, что он есть в нашей жизни. Трави трассу, сатана, сатана, сатана!